Окей, давайте убиваем. Мы активировали? Ой-ой-ой, кто летит? Кто? Где он? Вон он. Блин, надо было лук скрафтить. О, чувак с кувалдой, давай. Ага, с кувалдой. Я тут пингвинов не... А если мы умрем, то все нормально? Почему? Подожди, почему у нас такой пингвин? Что за бред? Блин, надо лук хотя бы простой каменный. Ход дел таким вообще не дотянуть. Что, закапываешься специально? Да блин, надо как-то ее посадить вот к земле. Посадить этим... зацепил ей. По башке дал. А тут надо было лук крафтить и луком стрелять. Я тебе и говорю, лук надо. Ну-ка, глянуть надо что-то. Давай пингвина гаси. Гаси пингвинов. Лук... я могу скрафтить лук. Так, лук там легко крафтится, быстро. Там есть каменный... Ой, железный лук, по-моему. Он уже фиговый. Железный лук? Каменный лук. С камня. Он деревянный пойдет. Отнимаешь что-нибудь или нет? А меня сейчас убьют. Я по 5 поднимаю. Так где спи? Я вон сплю, видишь, нормально. Че, я лук возьму тоже? Да вон она коцается неплохо. Не то, что раньше. Только пингвины напрягают бегающие. Блин, мне дерево нужно. Черт. Ай! Спящих пить нехорошо. Я пингвину прям по башке этот тресь. Так, даже. Вообще обнаглели, спящих бьют. Надо больше кроватей. Ладно, короче. Извините. Война войной, а сон по расписанию. Так, я лучше скрафчу по-любому один. Кому нужен лук еще один могу скрафтить? Да, дай мне. Нет, только один могу, извини. У меня есть, я скрафтил. Так, а он не улетит никуда? Да не, он, видишь, с нами. А где взять вот этот вот плант фибр? Фибр? Фибр это... Файбр. Этот, либо лианы, либо деревья фибровые надо. О-о-о. Я не нашел. Лиана пока, лиана, фигачи все. На тебе, тарелка летающая. Спаться надо, все хорошо. Ох ты, скотина. На тебе. А че я ее вообще не дамажу? Так ты попадай. Так, не, ну, я его... Чур я сплю, все. Надо кровать ей больше ставить. Я и говорю, надо кровать. Ой-ой-ой, пингвины-то как жахают. Ха, они с лука с одного вообще убиваются. Подожди, а кто с молотом бегает? Я. Вот, блин. Да толку от него он не достает. На крышу если тут как-то забраться. Точно. Уже пол хп нет, смотри, смотри. Блин, она, по-моему... Чё это? Блин, вот подстава. Он что, улетел? Или там дырец? Не, я молотом попадаю только в два раза мощнее, чем с лук, так что вообще не вариант. Так, а лук не сильно... Ой! Так, меня скушали. Чего вы ко мне пингвинов скидываете? Отстаньте от меня. Не, на крыше вообще не вариант там делать ничего. Ну да, там еще пингвины. Блин, он дымоход сломал. Кто? Тарелка. Убить его за это, убить. Наш дымоход, я столько строил. Чё? Наш просто домик. Он убивает наш дом. Как он убивает наш дом? Скотина. Надо ему за это. Так, я сплю, ну вас нафиг. С калашей тут гасят пингвины. С калашей? Ну это же прям русские пингвины. А там что, да, танки должны быть? С Антарктики. Или не будет тут танков? А, вон летающие тарелки пошли. Подожди, а какой энергия набирается? Кто тратит энергию? На выстрел. Это типа сила, что ли? Из лука, что ли, тратится энергия? Да, смотри, видишь. Я не заметил, офигеть. Я тоже не заметил. Ты бы не сказал, я бы не заметил. Даже. О, мне пере... Быстро причем заканчивается. А, нет. Сколько спать. Пингвины с базуками. Я почти убил ее. Да все, уже убили, мне кажется. Все, есть. А у него что-то вылетит? Он выпала. Фигулька одна. И что за фигня выпала? Короче, она крафтит Metalwork Station, надо 300 пикселей и наковальню, там будет, может быть, скрафтить, типа, переход на следующий уровень. Какой следующий уровень? Сложности. Не надо, мы на этом еще там не сильно тянем. 300 пикселей надо, короче, у кого есть 300 пикселей? У меня 210 пикселей. Нет. И что там я еще говорил надо? Хрен его знает. А, и все, только 300 пикселей. Пойду набью тогда 300 пикселей. Так, я трубу вернул, так что мы живем теперь. О, все. Из них вообще ничего нельзя делать, да? Из кого? Из снега-то? Из снега можно делать снежки. Снежки. Надо было тарелку убивать снежками. Точно, кстати, хорошая идея. Но они не сильно летают, по-моему, кстати. Сейчас проверим. Чу-чу. Да, они сразу... А, не, нормально вылетают. Нормально, убили бы снежками... Снег идет, смотрите, я сейчас наверх накидаю, посмотрим, что будет. Сразу пачку бы закинуть. В пачку. И получишь докачку. Так, надо на что-то скрафтить, короче. Жалко, пиксель передавать нельзя. Так, я еще пару кровати скрафчу. Да, он... Чтобы, блин, вещи никому... Ставь там, вещи никому-то не хватает.
Спят по очереди. В одной кровати. Заметьте, что кровать моя была. Спали все извращенцы. Мы же не одновременно спали, так что не надо. Пропускаем ночь. Все, тихий час. Я, кстати, думал, что это двойки. Сквозит, блин, дверь-то надо закрывать. Черт. А к нам во время бойни зашел какой-то чупакабра, блин. Походи по вашей базе там. Сейчас ты страх потерял полностью. Так, я тоже на второй этаж перееду, а тут что-то сквозит. Влезет? Влезет. Ё-моё. А ты снеси немножко снега там. Да ладно, вот тут хватит места. Все. Детский сад устроили. Тихий час. Тихий час. Сейчас на горшок надо. Скорее тихий минут. Чем тихий. Так, я уже фул хп, чё я парюсь. Ну, я почти фул. А горшки есть здесь? Горшков нету. Черт. Жалко, да? Конечно, жалко, это же так прикольно. Надо стул. Я сейчас что-нибудь покрафчу для дома. Унитазы, по-моему, можно крафтить. Я 28 факелов все скрафтил, потому что мне хочу факел. А на землю-то можно вообще крафтить? На саму землю. Когда-нибудь, может быть. Если ты найдешь там в 5000 этих... А, блин, скидать. Блин, я умер. Что, быстрее доберешься? Да мне пиксели нужны. Ё-моё, ничего себе пиксели отняли. У меня было 240, осталось 170. Ого. У меня опять половину. Там писетник уже оставался, а теперь опять половину набивать. Банок что ли где? Там не было еще, не оставалось банок нигде. Банки? Какие банки? Консервированные, с компотиками. С компотиками? Космические компоты. Космические компоты, обожаю космический компот. О, из черепков. Ну ж говорю, стильно, ты же говоришь. Стильно, как в Африке. Так. Из платины надо было сделать. Дорогое удовольствие. С платины? Да. Здесь есть еще платина? Да, у меня есть. Да, тут чего только нету. А как менять с того, чего строить или никак? Блин, что тут уже и мобов нету. Были и нет. Ну, зато летающие бананы есть. Молниями стреляются. Все, теперь все красивенько. Пойду на чупакабру какую-нибудь поохочусь. Не, лучше поехать вправо, там хотя бы лес есть, там есть снега нет, значит есть лес. Блин, еще один банан летающий. Летающий банан? Да. Круто. Молнии еще вдобавок стреляются. Летающий банан, стреляющийся молнии, вообще супер. Ну, типичное дело. Для этой планеты, да? Да. Альфа, зета, бета, гамма какая-нибудь. Шел их. Есть. Мне, блин, какие-то новогодние игрушки на хвостах нацеплены и ракеты добавок. Ничего, это ж норма. Вообще веселые ребята. Так, тут третий. Сразу видно свои парни. Местные, да, сразу видно. Чупакабры. А, это безобидный, по-моему, чупакабры. Есть. Так, мне 12 пикселей остается всего-то. Блин, мне какой-нибудь фонарик на голову прибить, что ли, я не знаю. Да, так эту удобно. Каску с фонариком шахтерскую. Ааа! Бананы нападают. Ты тоже нашел летающие бананы? Нет, я тут нашел ходячие бананы. Но у них еще крылья не выросли, значит. Или отвалились уже, наоборот. Ну давай, бананы ходячие. Я возвращаюсь. Ну, идешь? Нет, банан. А, у меня есть снежки банан, так что тебе не повезло. Так, в общем, мне, короче, пора. Так что, спасибо за игру. Все уже? Ну да. Чё, ты просто сдался. Даже не посмотришь. Не, мне реально пора. Ну, Metal Work Station. А-а-а, бежим. Еще поиграем, может, когда-нибудь. О, смотри, что я тебе за это закрафтил. Вы еще долго будете играть? Да нет, тогда уж тоже пойдем сейчас. Вот, и надо скрафтить вот этот Star Map Upgrade. Блин, 450 пикселей надо и 5 железа. Вот, и... А что такое? Что это улучшенная наковальня. О, смотрите, да, еще отливать можно сразу или что? Ну, там больше рецептов, во-первых, вроде как. Чем фиг знает. Не, надо именно апгрейд вот этот использовать, тут скрафтить 450 пикселей и 5 железа. У тебя появятся новые рецепты и доступ в следующий сектор. Там... Подожди, так я в этой наковальне почему-то могу еще и видеть то, что на столе находится. Ну да, но это как обычно, только улучшенный. Он бандажик. А ты на сколько минут монтируешь?
Я еще что-нибудь монтирую, я же записываю. Помедленнее я записываю. Не знаю, да, типа так. Какой-то лантерн я могу, а это этот... Лантерн? Светильник. Одноручный светильник. Одноручный? Не двуручный же. Одноручный светильник, самая крутая штука. О, смотри, я рыб выкинул, смотри, из озера, они вот, смотри, живые, штука подохнут, интересно. Смотри. Видел? Рыб можно выкидывать из воды. И их убивать можно, зато прикольно. Один взмах, целую стаю рыбу. Не, он прикольно, он живут до сих пор, слушай. Ну, это мутанты, чё? Чё-то... Мутант воздухом, что ли, питается? А, это останется все интересно? Ну да, сохранится, наверное. Ну, мне тоже, конечно, сохранится. Ну, по крайней мере, то, что в инвентарях, то сохранится. Это так я... что забираемся в инвентарь. Ничего ценного и нету, блин. Щит бери. Я хочу сундук зелененький забрать. Да, он красивый. Он технологический. Да. Технологически крутой. Все. Свинчиваем, короче, все, что. Тогда забирай он твою улучшенную наковальню, должен. Улучшенную наковальню, все это точно пригодится. Вот и пожили, да? Ну все, забираемся. Все. Ну и все, в общем-то, я все ценное забрал, а все, что не ценное, пусть остается. Так, сундук тоже заберу. В нем много барахла всякого. О, у меня прям на пол экрана там. Насыпало, да? Да. Это была плохая идея свернуть. Сундук. Ну что, все, больше ничего ценного. Двери забирай. Костер можно себе на этот забрать. Костер. На космический. Так и факелы тоже. А, там горит, да, нормально будет? В космосе, да, вообще нормально. В космосе все горит, да, кислорода нет, ну горит, нормально. Ну, корабль-то есть кислород, вот и горит. Короче, что-то он... А, так вот. Задомишься корабль и все, хана. Да ладно, форточку открою. Проветрить. Да. Подожди, почему мой корабль оброс весь в какой-то зелени в космосе? Потому что ты какой-то человек-растение. Точнее, даже не человек, а не знаю. А, это фанат. Нормально? Это нормально? Да, для тебя это нормально, что у тебя, видишь, он такой розоватый, гламурный. Ну да. Ну и вот как-то так, короче. Ладно, короче, все, давайте. Я пошел. Давай, пока. Давай. Я тогда тоже, что ли, пойду. Ну, хорошо, тогда как-нибудь доиграем.